Прошедшей ночью в Каменске-Уральском отработался гирострат, стараниями которого в огне погибла одна легковушка, а еще две по соседству получили обширные ожоги. На часах наблюдательной камеры во дворе 52-го дома по Каменской улице Каменской было без 5:03 утра, когда ее ослепила ярчайшая вспышка, а людей разбудил и оглушил не менее громкий хлопок. И это тот самый случай, когда под словом «хлопок» совсем не маскируется неудобное слово «взрыв». Машина-мишень при жизни называлась «Рено Каптюр». Полноприводный кроссовер был еще совсем новеньким, прошлого года выпуска. Видимо, кто-то очень сильно по этому поводу обзавидовался. Судя по тому, как тщательно прицеливался неолуддит, уничтожитель машин, он конкретно хотел сделать большую гадость автовладельцу. Возможно, даже речь идет о мести, и это весьма непростой вопрос с учетом того, что принадлежала машина женщине-медику. Решают этот вопрос сейчас полицейские 23-го отдела полиции. А до них свое дело сделала служба с телефоном на единичку меньше. Уже в 3:15 огнеборцы закончили с ликвидацией пожара на 6 квадратных метрах. По соседству с «Рено», чей производитель владеет еще и автозаводом в русском городе с итальянской фамилией, от «Каптюра» прокоптились боками две тольяттинских «Лады». Левый борт обгорел у 111-й, а с другой стороны загорала пятнашка. Судя по тому, что днем ее на парковке уже не было, способность передвигаться у нее не перегорела.